Друзья, всем доброго вечера. С вами YouTube канал про IKEA, и мы записываем это видео с Димой в качестве обращения к вам. Но, во-первых, мы хотим поблагодарить, что вы практически 5 лет непрерывно вместе с нами помогаете делать нам контент, вдохновляете нас на дальнейший рост и помогаете друг другу делать ваши дома более уютными, более удобными. Мы адаптируемся под текущую реальность, и, к сожалению, не за горами то время, когда мы не сможем выкладывать ролики на данной площадке. Соответственно, все наши оставшиеся соцсети доступны внизу под видео. Это Яндекс.Дзен, где будет вся информация, где будут все точно так же наши ролики выкладываться. При этом мы не заканчиваем свою деятельность как служба доставки в городе Саранск. Мы адаптируемся под бренд Hof. Как мы и говорили в прямом эфире, мы говорили, что мы не планируем работать с Hof, но созвонились с менеджерами, созвонились с отделами качества. Тот Hof, который был, когда они только открывались, и Hof сейчас, немного разные вещи. Будем выискивать путные, хорошие товары. Нам разрешили снимать, проблем никаких нет. Понятно, да, официальной адаптации нашего канала с Hof'ом вряд ли произойдет, но с камеры из магазина нас Дмитрием Юрьевичем выгонять никто не будет, это все разрешено. Соответственно, город Саранск не останется без мебели, предметов интерьера, мы будем точно так же возить. Поэтому для просмотра наших видео вы можете пройти в Яндекс.Дзен, спуститься вниз, и для личной коммуникации теперь будет уже в ВКонтакте, ВК. Инстаграм, вероятнее, тоже, скорее всего, будет недоступен, хотя если вы там, да, из каких-то других стран и прочее, то есть мы не удаляем аккаунты, они у нас будут, если у нас будет туда доступ и вход, мы, соответственно, будем заходить, с вами коммуницировать и вам отвечать. В принципе, у меня, наверное, все. Дим, ты будешь что-то добавлять? Микрофона нет. Дима без микрофона, поэтому добавить Дима не сможет. Поэтому, ребят, вас ждем всех на Яндекс.Дзене. Повторимся, монетизация на Ютубе теперь больше нет, и вы нас поддержите, если перейдете на Дзен. Еще раз благодарю. Прорвемся, адаптируемся под современные новые реальности.